Сердце для маленькой жизни. В городском неонатальном центре Омска начали проводить уникальные операции на сердце детям с экстремально низкой массой тела. Раньше недоношенных новорожденных приходилось транспортировать в областную больницу. Для здоровья детей это очень опасно. Риск получить осложнение увеличивается в разы. Светлана Еловнарова побывала на уникальной операции. На операционном столе лежит ребенок возрастом всего 3 недели. Его масса тела 900 граммов. Хирурги проводят операцию на открытом сердце. Голова маленького мальчика не больше теннисного мячика, но у него уже есть настоящее взрослое имя. Мама смогла выносить Артема лишь до 27 недель. У малыша открыт артериальный проток. Из небольшого сосуда в области сердца вытекает кровь и попадает в легкие. Обычно сразу после рождения ребенка сосуд затягивается сам. Но у недоношенных мышцы ослаблены. Необходимо ставить специальный клапан, иначе малыш не сможет дышать. Легкие заливают кровью, и из-за этого ребенок не может самостоятельно дышать, он находится на искусственной вентиляции легких. И пока мы этот сосуд не перекроем, возникают серьезные проблемы. Подобное редко, но случается. 5-6 раз в год на всю Омскую область. Раньше, чтобы сделать операцию, детей нужно было перевозить в областную клиническую больницу. Транспортировка – большой риск. Из стерильных условий неонатального центра ребенок попадает во враждебную для него внешнюю среду. Любое нарушение температурного режима, тряска в разы увеличивает шанс подхватить инфекцию. А болезнь в таком возрасте может привести к инвалидности. Для выхаживания таких детей в послеоперационном периоде требуется дополнительные условия, дополнительный обогрев, постоянное мониторирование жизненных важных функций, особое питание, особая инфузионная терапия и особый уход. Теперь в неонатальном центре есть специальные лампы, анестезиологическое оборудование, которое подойдет для самых маленьких пациентов, аппараты искусственной вентиляции легких и реанимационные комплекты. Здесь спасли уже 2 жизни. Сегодняшняя операция на крошечное сердце маленького Артема тоже закончилась успешно. Светлана Еловнарова и Сергей Степанишин. Новости здесь, Омск.